Смотри, чекаешь? Чекаешь? О, привет! Ну да, он из Far Cry 3 сюда взят. Из Far Cry 3 это взято, все понятно уже. Уже все понятно. И. Ну то, что ты взят из Far Cry 3, вот этого, кстати, не было в Far Cry 3 вроде. Здание, завершите здание обсерватория. Здание, открыли для стены обсерватория. Ну ладно. Что мне было за этой дверью, что-то там? Тут ничего нет. Как мне попасть внутрь? Нужен люк. Опа. Отсосал. Ух. Тихо, тихо, мужик, тихо, аккуратно, 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 пожалуйста, давай аккуратненько с тобой. Бля, вот здесь я хуй знает как. Просто, блядь, я в шоке. Ребят, вот за такое надо лайк поставить, подписочку оформить, да. Ваша поддержка, это не у меня, спасибо за ленька, это сделал. И, в принципе, вот такое, я думаю, с первого раза никто ни разу не делал. За такое, я думаю, лайк надо поставить 100%, потому что, ну, достойно лайка вообще. Так, чё, куда нам дальше-то? Блядь! Сука! Мальчик, урод тебя! Блядь! Сука ебаная, нахуй! Нахуй я туда прыгнул, блядь! Ну вот я говорю, кто вот накаркал, вот настигал сразу же карму, сказал, а, да, с первого раза, на ебать. Да, блядь. А мы так высоко поднялись, сука, ебать. Да в рот, блядь. Да, нахуй. Да ебалов, не звали, нахуй. Блядь, блядь. Враг на А. Охуенно. Спокиноки. Добрый вечер, блядь. О, черт! О, супер! Отлично, зашибись. Че же дверь к ней откроется, да? Это просто пизда, не игра, нахуй. Блять, такого, вот такого я не ожидал. Я даже вот этого, чтобы вы понимали, я вот только вот чуть-чуть начало помню, возможно, и может какой-то примерный финал, блять. Но вот этого всего, блять, я вообще не помню. Я думаю, по моей реакции видно. Нет, сраку, не буду ничего открывать. Игра, иди в пизду. Я хоть без, блять. До свидания, блять. Не-не-не, погнали. Ну его нахуй. Мужик, в пизду. До свидания, блядь, я не хочу с вами дружить. Что это за звуки? Открывай дверь быстрее. Не буду ничего смотреть, не хочу. Это видео неделю. Блядь, все, иди нахуй. Не хочу эту хуйню играть, все, блядь. Охуенно, ты видел? Смотри, ебать. Да ну нахуй, ребят, вы чё, рокстаровцы, вы, блядь, чё? Ты смотри. Смотри, непрозрачные. Они прозрачные, блядь.
а эти нет. Блять, как я помню, даже вот эти столбы можно было. Вот. Вот эти столбы можно было сбивать, а почему они там прозрачные? Ну, понятно, что они там прозрачные. Сейчас в трюме хотят нам устроить нам сюрприз. Что это, блять? Держи себя, блять. Ты шо, игра, не надо так. Страшно, очень страшно. Блять, ну смотрите, моделька, блять, хорошо сделана. В принципе, я думаю, испортить говно нельзя. Прикольно сделано. Так, что у нас по столону, ебать? О, ёба. О, вот они. Да, вот это вообще пизда, конечно. Это просто пиздец. Просто пиздец. Блять, вот эта палка ебаная, блять. Вот этот люк, который хуй открывается, когда нахуй. Вот здесь, блять, когда ты, блять, сидишь, вот тут проходит чел и просто тебе ногой. На, ебать, наступил тебе на ногу. Тут стоят все, тут пизда, просто тут очередь нахуй. Если прям, ну, в час пик ехать на этом автобусе, просто, блядь, сидишь, блядь, вот так вот нахуй весь, вот так скрюченный, блядь. Прям к стенке прижимаешься просто максимально, чтобы тут человек сел. Ёбаный рот, блядь. Просто максимально, блядь. Тут челики стоят, все, блядь, сразу, блядь, весь битком он нахуй, просто челики все потеют. Эти хуй, блядь, открываются, а если открываются, то хер проветривают, короче, пизда, не машина. Вот, блядь. Ну, вот так вот уводило, блядь. Чё, блядь, печка нахуй, кондёрчи, что есть? Ну, блядь, ну нахуй, ручка, блядь, ебать, коробка передач охуенная просто, блядь. И все, больше тут нихуя нету, собственно. О, блядь. Что такое? Шш. Ну, давай. Что там? Смотри. Это что? Ты что, меня пугаешь? А? Там может, просто уйдем? Там мышь была просто, что? Блядь. Такое. Такое. Хороший ход, хороший. Хороший скримлер. Перебейте киберсолдат группы Омега тихо. Иначе они сами перебьют заложника. Заложник в опасности. Спасите киберботана. Бля, хуйня какая-то, блядь. Иди сюда нахуй. Фак показал, ты видел? Можно? Подожди. Чего, блядь? Подождёшь, ёбану, блядь. Сука. Что, не ожидал? Осуждаем, осуждаем. Так. Моцу приветствую вас, достойно. И, блядь, чё нахуй выпало? Ящики открываем, блядь. Да. Ну ладно.
этого. Там охуй. Просто чел только ля-ля-ля-ля. Хоррор с пистолетом. 3 часа нахуй проходить. Не хочу вот такой. А я забыл про это. Блять, уебок заорал нахуй. Все, пизду, блядь. Нет. Нет, ебал, уебок проходи, блядь. Я чего ты заебал, давай. Да иди в пизду, блядь, нет, нахуй. Давай, погнали. Чисто аккуратненько с тобой выезжаем здесь. Машине пизда, конечно, но похуй. Аккуратненько выезжаем с тобой. Курим, да, так говорим, бля, ебаный сыр. Эх, сейчас на работу, да, ехать, хуй его знает, что делать, блядь. Едем с тобой аккуратненько тут. Поджимаем гелик чуть-чуть, блядь. Вот так вот, блядь, поджимаем гелик, ебать. Чуть-чуть так, да, ну, даем борзатусь, ебать. Потом такой, о, блядь. Кто звонит, нахуй? Алло. Алло, ебано. Чего? Ты одна дома? Окей. Ща буду. Вот так бросаешь, ебать. Наушник поправляешь чисто, блядь. Вот сюда. Ну, похуй, это уже не считается, блядь. Это, блядь... Мне это, блядь, показалось. Вот так берешь, нахуй, ебать. Вот так вот, ебано, блядь. Просто всех, ебать. Шакалов, ебаный, блядь. Давай, ебать, гелик, сюда иди, ебано, блядь. Что ты там, нахуй, блядь? Давай, ебать, опа, блядь. Ебашим просто в кашу, нахуй. Опа. Шкода, нахуй, ебаный. А, блядь. Ну это не считается, нихуя, блядь. Это все Шкода виноват, я тебе базарю, блядь. Едешь такой. Одна ёпта дома, да нахуй, сюда ебать, давай, блядь. По встречке, да это нахуй дорога, блядь, какая встречка, нахуй. Опа, блядь. Выезжаешь сюда на круг, ебать, ёбаный, блядь, опа, нахуй. Вообще похуй. Вот так вот делаем, блядь. Вот так вот, ёпта, рулим, нахуй. Едем, едем, вот так, ёбаный, блядь, сыр, нахуй. На красный, какой красный, ёпта, разрешающий, ёбаный, блядь. Блять, сюда, бля, похуй, сюда. Заезжаем, бля, такие, опа. А, блять. Ну, бля, да, зашиковаться можно, конечно. Алло. Ой, блять, нихуя себе. Что-то я прям как-то охуел даже. Алло, ёбаный. Заебал ты играть в Clash of Clans, ёбаный, блядь. В котором, ну, все еще при этом могут играть. А не знаешь, как многие челики играют? Да. По типу, блядь, этого... Warface, блядь, или какую-то хуйню, в которую никто не играет. Ну, то есть, играет в неё, но... Ебать. Ты придёшь в класс, скажешь, блядь... Что это нахуй? Класс, и скажешь, блядь, мужики... Ебать, что это? Warface, нахуй. О, это было. Че это за хуйня? Ну вот, допустим. Ну нож? Ну, ну бля, нож по-другому выглядит, блядь, сразу говорю. Он более такой мягкий стал. Там более топор... Ну там скины более топорные, здесь более мягкие, перчатки тоже. Но нож прям видно, что прям мягкий стал. Бать, это ну, прикинь. Был... Бать, а у меня ж... Блядь, а что у меня нахуй? Ебать, там все хуёвое, блядь. У меня сейчас, блядь, глаза режет нахуй. У меня сейчас все на низком, кстати, глаза просто режет. Такая... У меня здесь тоже такая же, у меня просто шумы, блядь, на экране. Пиздец. Это на низких. Это у тебя то же самое? Это, я вижу то, что ты ищешь ты? Ну, у меня здесь... Нет, у меня не квадратики, у меня просто здесь шумы, блядь, на экране. О, кстати, он больше стал. Нихуя, здесь вода... Он больше стал. И воду, воду, и шире. Ну и монстры, ебаный. Бля, ну вот эти звуки вот этого глотка. Это пиздец, и... да, блядь. Ну не знаю, может он более реалистичен, потому что калаш он тоже не так звучит, как в КС в реале, в реальной жизни. Ну не знаю, как будто уже... Просто я не понимаю, какой смысл было менять один звук какого-то оружия? Типа, кто, я не знаю. Ну вот реально, они поменяли вроде калаш, как я слышал. Да. И сравнили руки, как будто опять сделали как есть.
О, возьми ФАМАС, но это ФАМАС что-то тоже поменял. Ну да, ну то есть видел, когда ты убиваешь, такой звук, туп, такой глухой звук. Когда ты убиваешь врага, он прям такой глухой звук. Ну, с одной стороны, вот эта минишка удобнее, но, блин, я тоже уже привык к колечку. Ну да, блядь. Типа, мне кажется, тут надо давать вот выбор, хотя бы, окей, менюшку, допустим, хочешь, или хочешь такую штуку. О, ебать! Да. Ну, блядь. Теперь прием так буду бегать, вот так чисто бегаешь, дергаешься, типа, и, блядь, все. Ну, как будто это отвлекает наоборот, мне кажется. Ну нет, прикольно, фич. Ну, типа, если сюда вниз смотреть, конечно, этот будет. Ну не, ну, а ну, ты серьезно, типа, ты того... Вот смоук. Ой, блядь, он, блядь, ебать, он с Сурса, что ли, взяли звуки? Так смотри, ты видишь, вот смотри, как стоишь, ты можешь, по сути, попасть. Да, звук тоже, умирание тоже есть, теперь другой. Вот, мне не нравится, вот, кстати, очень нравится, вот, 100%. Зачем так красный экран? Ты не знаю. Нет, просто хуйня смоука, там, получается, он вообще стал бесполезным. Ну да. Ну то есть не в том плане, я видел, как вот челики, знаешь, там когда стреляешь, там прям кружочек. То есть, в принципе, не сильно, но там видно челиков через него. О! Это что? Эти имена аватара. Ну, блять. Ну да, по-другому выглядит. Кин. Чуть-чуть по-другому, и само оружие чуть по-другому выглядит. Вот я говорю, как будто все более мягкое, знаешь, такая хуйня. Вода, ну, кстати, вот здесь... Же, но... Она вот тут была, кстати, ноги. Вода. Здесь вода была чуть-чуть. Типа, опять же, ноги, типа, уже все чувствовали. Уже все, с учетом того, сколько играть в кейс, уже все... А почему? Бля, какой-то уебан. Раньше, слышишь, смотри, раньше ты зажимаешь правую кнопку мыши, он тебе два раза фигачит, а сейчас один. Я вот зажал, он один раз только делает. Другой. Ну да. Ну, блять, а что? Блять, ну, бать, а что со звуками вообще по карте, ебать? Блять, они как будто сжаты максимальные, блять. Ну это еще ласт, допустим, на КБ. Нихуя, это, блять, пиздец, это такое, блять. Ну мне в целом, блять. Просто бы сделали, не знаю, что. Как раз таки графику и все. Хочешь ставь, хочешь не ставь. Ну вообще заебись. Ну да. Это узнаешь, они как будто для количества хотели, знаешь, по факту только не поменяли, добавили вот этот огонь. Вот, кстати, смотри, вот заметь, вот на Галиле, видишь, они прицел сделали, типа как в реальной жизни, то есть стоящий. То есть типа чистый. Ну да. Он такой уебанский, вот смотри, как красиво. Я вижу. Тогда попробуем. А дай-ка мне дигл. Огонь попробуем. Дигл по звуку не больше. Поменялся. Ну, еба, нет, скины более мягкие стали, 100%. Более такими прикольными. Да, ну вот этот огонек, он как будто пиздец будет отвлекать. Давай флешечку попробуем. Ебать, что за звуками нахуй? Огонь. Ну да, более ярчик. Да, ну как Юс, вот из Галилом изменили вот это. Это более реалистично. Ну, блядь, все равно... О, все равно, блядь, непривычно, нахуй его знает. Когда ты, блядь, ну... долгое время играешь в CSGO, блядь, ну это... Прям уебанство, так, как ну, будто бы. Типа для меня дело не в том, чтобы... Ну, привыкнуть, это понятно, что, ну, как бы ты же ничего с этим не сделаешь. Но просто ну, да. Я, вот. Просто я считаю, что такие моменты нужно давать чисто выбор. О, калаш. Ты не крути. О, вот, кстати, вот базу. Ебать, его как. Конечно, его как в Сурсе сделали, что нахуй? Ну как из я вот из такого стрелял в реальной жизни. Он как будто как в Сурсе, хуй, может мне кажется, это хуй его знает. Ой, блять, что это сделал? Это на убоже вот. Это на убоже. Возьми калаш, не тихо. Но это не изменился. Калаш? Не изменился, блять. Нет. Да. Нет. Смотри, слушай. Изменился. Но он был до этого как будто еще другой. Ну, можно посматривать. Ну, тайзер чуть другой стал. Какой ты маленький вообще, блядь. У Юспа сделали вот это вот тоже тело. Прям такой тебе некрасивый сам по себе выглядит. Ну да. Ну как по мне. Просто он так выделяет, что стал таким. Не таким гладеньким. Ну, давай, дробаш.
Вроде не знаю, как будто они отвлекают. А маг? Не, ну здесь такие основные, видимо, оружие поменяли. Ну, короче, хуй его знает. Я не понимаю смысл, почему именно эти поменяли, я хуй знаю. Типа более реалистичные. Ну да. О, нихуя здесь сделали. Оля, там у них можно заходить? А, я думал, как на Вертига. Здесь тоже поменяли. А здесь эту хуйню добавили. Какой вывод можно сделать? Вывод, что, блядь, сама КС стала, да, помягче, поприкольнее, блядь, КС 2, блядь. Но это все же бета, нахуй. Я много чего мог поменять, убрать. Поэтому бета, ну, блядь, прикольно, блядь, не спорю. Но к этому всему надо привыкать, нахуй, 100% привыкать. То есть, блядь, по-другому никак. По-другому никак. И, блядь, я надеюсь, что... Ну, короче, есть три варианта. Либо они уберут CSGO и скажут CS 2, только и все, идите нахуй. Либо они оставят, но не будут обновлять CSGO. Либо же, блядь, либо же. Они просто переформатируют ее. Не, ну, либо просто... Нет, не оставят CSGO. Просто, ну, тут там уже, не знаю, они будут... Но... Может, обновлять будут как-то, знаешь, какое-то время, блядь. И, ну, просто там уже будет мало игроков. Хуй его знает. Боже, может... Их всех это распугало? Может быть, мужик, может быть. Блядь! Ты что, дура? Понятно, блядь. Страшилки, да, значит, играем? Ну, ладно. Ох, ребят, не завидую тем, кто сейчас смотрит это ночью, да, либо поздним вечером. Не завидую. Ой, блядь, нихуя себе. Чё-то я прям как-то охуел даже. See you when you came home. Cause you always try to hurt me and that's so low. When I talk to you about it, you're in defense mode. Whoa, oh, oh, oh. How can we work on ourselves when you say no? Whoa, oh, oh, oh. I'll never go on like this, so don't you think you got me up yet? Ну что, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Всех приветствую. Честно сказать, год пролетел очень незаметно. Много чего попробовали с вами в плане контента, да, на канале. Попробовали с вами отснять и такой формат, и такой. Ну, я в плане... Ну, в плане, да. Ну, в плане, там, про стикер-драминг у нас был, да. КС-очка тоже, CSGO Фортуна, Колесо Фортуна тоже прям легендарная, я считаю, рулька была. Вот. Честно сказать, хотел выпустить этот видос, наверное, да. Хотел выпустить видос прям под Новый год. Ну, там, 31-го число где-то так примерно, но, к сожалению, по тому материалу, который я сделал, я понял, что надо много чуть-чуть переделать, много чуть-чуть найти и сделать чуть по-другому. Вот, поэтому как-то так, как-то так. Поэтому прошу прощения перед вами, что вот так выпустил к 20 числу, грубо говоря, да, ну, наверное, к 21, где-то 20-20 числа, да, наверное, выйдет это видео примерно. Вот. Да уж, вот. Видос, конечно, не прям, чтобы на 40 минут, да, на 30, но материал пересмотрен на, не знаю, на, блин, наверное, на часов 30, наверное, точно.
Да не, ну часов 25-20 я пересмотрел, да, материал. Я не так много смотрел, но пересмотрел много. Пересмотрел многое. Чтобы как раз найти этот смешной момент. Так вот, чему это все? А есть смысл или нет? Ну хорошо. Хорошо. Окей, let's go. Хорошо. В общем, как хотел игру под Новый год, но хорошо, скажу. Поздравляю вас с Новым годом, получается, да? Наступившим уже, грубо говоря. Вот. Пожелаешь чего? Всего хорошего. Ставь лайк, подписывайся на канал. Да, здорово. Пожелаю одного, чтобы все у вас было хорошо. Собственно, да, как и по здоровью, в первую очередь, так и по тому, о чем вы мечтаете. То есть, чтобы вы никогда не сдавались и тому подобное, да. Почему-то мотивационный канал, если что. Вот, видос, в принципе, прикольный. По CS2 скажу одно, что сейчас, в принципе, сравнить с бетой, она стала в одном роде, наверное, поприкольнее, в другом роде похуже. Например, к примеру, могу привести один случай только лишь, да. В бете играешь полную катку, не лагает ничего. Ну, не залагивает игра, да, никак. А уже на данный момент, вот сегодня, ну, 20 число, вот, 20 января, и игра что делает правильно? Посередине катки залагивает. Это такое себе. Поэтому я, к сожалению, в нее и не играю. Хотя хотелось бы. Вот, кто-то говорит, что... Ну, я смотрел форум, кто-то говорит, что такая же проблема. Собственно, вот. Но это опустим. Потому что... Ну, кто-то говорит, что на фасике еще, ну, по-другому не залагивает. Нахуй вырезай, блядь. Собственно, вот такой видос... пытался собрать из таких лучших, наверное, моментов, да, которые были в видосах в прошлом году. Не знаю, мне понравилось, прикольно. Пишите свое мнение в комментариях. Спасибо за просмотр, собственно. Ставь лайк, подписывайся на канал. Тебе не сложно, не приятно. Спасибо за то, кто это делает. Это еще мотивирует меня. И когда я реально увидел 59, число 59 подписчиков, ну, я реально обрадовался. Очень сильно. Хотелось, конечно, 60, чтобы так, знаете, красиво было, но за это тоже огромное спасибо. Вот. В принципе, все. Такой видосик был. Получается, первым в новом году. Получше момента в прошлом году, как бы, как ни странно. Ну, кому расскажешь, ёпта, не поверит. Но такой видос был. В принципе, все. Увидимся в других. Увидимся в следующих видеороликах. Давайте.